Август Майер. В связи с тем, что нет Курбан-Байрам, а люди, ссылаясь на аяты 102 по 108, справляют его. Аяты 102, 108 – это в суре 37. Но тут не написано, чтобы было понятно, я говорю. Расскажите, пожалуйста, о чем здесь речь? Ибрагим, который увидел сон, что зарезает сына, затем жертва заменяется и так далее. Нет. Фильм «Манами» во сне. Сон для пророков – это не вахи. Сон вообще для всех, как для пророков, так и не пророков, это отражение того, о чем он думал наяву, что сильно на него подействовало. Вот это он видит и во сне. Но сон – это не источник информации. Тем более для пророков. Он видит во сне, что сына он пожертвует. Сына он пожертвует. Как он пожертвует, я вам чуть позже скажу. И говорит сыну, что ты об этом думаешь, вот скажешь, скажи мне. А сын говорит, делай то, что тебе приказано. Что было приказано Ибрагиму? Зарезать сына, но во сне же не приказано, просто он видит. Если поискать в Коране приказы, можно, например, вот такой приказ. Отправь 4 гонцов на 4 стороны света с миссией, чтобы они делали дават и призывали к тебе. Будут приходить к тебе, и ты будешь им делать дават. Вот так начнется хадж. Вот этих эмиссаров он отправлял на разные стороны света. И среди них был его сын. И он боялся, что он отправит сына, и что-то там с ним случится. Он лишится сына. И он боится, что он пожертвовал сыном. Но сын говорит, не бойся. Что тебе приказано, делай это. Если тебе приказано отправить гонцов, эмиссаров на разные соседние территории, то все, я готов. И дальше в этой 37-й суре говорится, он отправил сына, и взамен пришли еще больше людей, которые бы стали на правильный путь.